Елизавета Буренок, участница, приехала на чемпионат в Уссурийск из Владивостока. Преодолевает дистанцию вольным стилем. Плавает исключительно для себя. В соревнованиях участвует второй год. Я заявилась на дистанцию 50 метров вольным стилем. Результат я свой еще не знаю. По ощущениям, могла бы быстрее. Популярностью пользуется программа на 50 метров вольным стилем и у любителей здорового образа жизни постарше. Участники в возрасте за 70 стараются ежегодно пробовать свои силы и улучшать личные рекорды. Есть свое время, я хочу его хотя бы не хуже, чем в том году. 50-сечный пункт у меня был на вольном стиле. Сейчас хочу проверить, как я за год. Упал или, наоборот, поднялся. Наплыв участников на треть превышает количество по сравнению с прошлым годом. Если в 2020-м заявились 60 человек, то в этом 91. Для соблюдения требований противоэпидемиологических правил соревнования разбили на несколько этапов продолжительностью в 2 дня, так как в одном туре должно быть не более 50 пловцов. Дистанции очень много в категории «Мастерс». От 50 метров любым стилем, то есть и вольный, и спина, и баттерфляй, а также до 800 метров вольным стилем. 400 из больших дистанций вольный стиль, 200 вольный стиль. Это самые большие дистанции. Любители и профессионалы прибыли на 9-й чемпионат по плаванию из Владивостока, Большого Камня, Партизана, Хабаровска и Артема. В каждой дистанции среди мужчин и женщин возрастом от 25 и старше 90 лет определили победителей в категории «Мастерс». Марина Роман, Николай Ларченко, Телемикс.